Что? Рыбку будешь кушать? Будешь. Такая тут у нас рыбка. Это, оказывается, филе ската. Вот. Сейчас отрежу и посмотрим, как наши пупсики, будет ли кушать или нет. Надо же поделиться с друзьями. Так, ну что, господа хорошие, раздаем. Ой, потихонечки. Это у нас тюфсику, а это у нас фоксику. Так. Тюфсы. Имейте совесть. Это ж, понимаешь, скат, филе, рыба. Ты злодей. Смотри, как вкусно. И тебе не нравится скат? Не, ну вы гляньте на этих двух товарищей. Это я тут, понимаешь, везу им рыбку. Думаю, сейчас я с ними поделюсь. А эти злодеи, ах, вы злодеи. Вот она, падла, орёт. Зазевалась, зараза. Я так рыбу хотела пожарить. И присела возле компа, и она орет, падла, вообще невменяемо. Капец, это называется. Это просто капец. Ну все, заткнулась, слава тебе Богу. Масло я про это самое. Ну ладно. Люндру. Масло я подожгла. Вот звезда, вот села возле этих самых, возле комментариев, и начала читать. И слышу, уже орёт, бегом. О, ладно. Ну, попробуем такую. Коты перепугались. О, эта дура орёт благим матом. Я пока вон тут штаны взяла, что первая под руку попалась, вымахивала весь этот всю эту дымовуху. Коты мои смылись со скоростью звука. Пюсь-пюсь-пюсь. Пюсь-пюсь. Фоксик ты такой на этом самом, на нижнем ходу так по земле по-пластунски сдавать. Ой, блин. Напугала котов. Пюсь-пюсь. Фокси, тюфсе. Пюсь-пюсь. Ну, я без приключений нереально. А рыбу такие кто-то сожрал. Фоксина лежит, Тюфсикова нету. Наверное, Фокси точно сожрал соседскую рыбу. Вот мой скат жарится. Я думаю, что он уже готов. Я к нему рыбки. Ой, господи, рыбки. Красного лучка забомбила. Вот, будет очень вкусно. Добавила сюда пару капель этого самого. Вот. Это уксус виноградный. А не, вру, не виноградный. Красного вина. Оно даст такую небольшую кислинку для лучка. Мне ужин удался. Если бы еще не орала, было бы еще лучше. Это называется, вы не поверите. Поставила делать видео, она падла. Я опять про кастрюлю забыла. Она опять орет. Этот YouTube, это просто какой-то пи, запятая пи, еще раз пи. Я уже забодалась. Орет она и орет. Уже все пооткрывала, уже сквозняк устроила. Она собака. Орет благим матом. А я под этот музыкальный аккомпанемент жарю брокколи, потому что никак эта падла не остановится. Это вообще капец какой-то, я хочу сказать, не знаю. Она обычно достаточно быстро вырубается, но сейчас орет благим матом. В общем, все открыла, уже наделала таких сквозняков, что капец.
никак не остановится гадость. Вот, все, готова моя еда. Это вот это крылья ската, красный это лук, зеленый это брокколи. Ой, в общем, скат в музыкальный аккомпанемент, трак тебе дух. Под конец уже это самое. Орёт, не могла его никак не остановить, эту сигнализацию. Я уже плюнула, это самое, вот, у меня вот такая, вон она сверху, вон она. То я ее просто выкрутила, потому что это нереально, у меня уже уши начали болеть. В общем, скат под музыкальный аккомпанемент.